факт, что при Санчесе Флоресе тоже играли в три защитника. А здесь падение в штрафной площади, отложенный свисток. И по поводу чего он? Пенальти ли это? Нет, останавливает игру по ходу штрафной. Но здесь, мне кажется, вообще вариантов никаких не было у Кевина Френда, кроме как ставить пенальти. Это, во-первых, во-вторых, это желтая карточка, да? Потому что это игра просто в корпус. Вот он, Амрабат, который, собственно, и укантовал в газон Алексиса Санчеса. Пенальти будет, пенальти. В любом случае. По центру, прямо по центру мяч заходит в ворота. Санти Касорла, 1-0. Ранний гол Арсенала на Викарейдж Роуд мы с вами видим. Да, и Амрабат, конечно, только себя может в этом винить. Лететь, вставлять локоть в голову сопернику на ровном совершенно месте. Безумный поступок. Да, обработать тот мяч в принципе было сложно Алексису Санчесу. Как бы то ни было, продлить эпизод для своей команды. Ну и Амрабат привозит пенальти. Сейчас давай досмотрим эту атаку. Уотфорда, мяч нужно выносить, он не вынесен, удар! Ух, какие рикошеты! И мяч в ворота заходит, Роберто Перейра! Вентус, потому что это Италия. Ну и, правда, в целом о работе Вальтера Мацари так не скажешь. Смотрим, что здесь было. Посмотрите, сколько, как в кегле просто мяч попадает, то в Бельерина, то в Кассиельни. Лоран Кассиельни неудачно выбивает мяч головой, и дальше рикошет одного другого защитника Арсенала. В общем, всех ставит в ступор. И Джака, вот так факт, что при Санчесе Флоресе тоже играли в три защитника. А здесь падение в штрафной площади, отложенный свисток. И по поводу чего он? Пенальти ли это? Нет, останавливает игру по ходу штрафной. Но здесь, мне кажется, вообще вариантов никаких не было у Кевина Френда, кроме как ставить пенальти. Это, во-первых, во-вторых, это желтая карточка, да? Потому что это игра просто в корпус. Вот он, Амрабат, который, собственно, и укантовал в газон Алексиса Санчеса. Пенальти будет, пенальти. В любом случае. По центру, прямо по центру мяч заходит в ворота. Санти Касорла, 1-0. Ранний гол Арсенала на Викарейдж Роуд мы с вами видим. Да, и Амрабат, конечно, только себя может в этом винить. Лететь, вставлять локоть в голову сопернику на ровном совершенно месте. Безумный поступок. Да, обработать тот мяч в принципе было сложно Алексису Санчесу. Как бы то ни было, продлить эпизод для своей команды. Ну и Амрабат привозит пенальти. Сейчас давай досмотрим эту атаку. Уотфорда, мяч нужно выносить, он не вынесен, удар! Ух, какие рикошеты! И мяч в ворота заходит, Роберто Перейра! Вентус, потому что это Италия. Ну и, правда, в целом о работе Вальтера Мацари так не скажешь. Смотрим, что здесь было. Посмотрите, сколько, как в кегле просто мяч попадает, то в Бельерина, то в Кассиельни. Лоран Кассиельни неудачно выбивает мяч головой, и дальше рикошет одного другого защитника Арсенала. В общем, всех ставит в ступор. И Джака, вот так факт, что при Санчесе Флоресе тоже играли в три защитника. А здесь падение в штрафной площади, отложенный свисток. И по поводу чего он? Пенальти ли это? Нет, останавливает игру по ходу штрафной. Но здесь, мне кажется, вообще вариантов никаких не было у Кевина Френда, кроме как ставить пенальти. Это, во-первых, во-вторых, это желтая карточка, да? Потому что это игра просто в корпус. Вот он, Амрабат, который, собственно, и укантовал в газон Алексиса Санчеса. Пенальти будет, пенальти. В любом случае. По центру, прямо по центру мяч заходит в ворота. Санти Касорла, 1-0. Ранний гол Арсенала на Викарейдж Роуд мы с вами видим. Да, и Амрабат, конечно, только себя может в этом винить. Лететь, вставлять локоть в голову сопернику на ровном совершенно месте. Безумный поступок.
Да, обработать тот мяч в принципе было сложно Алексису Санчесу, как бы то ни было, продлить эпизод для своей команды. Ну и Амрабат привозит пенальти. Сейчас давай досмотрим эту атаку. Уотфорда, мяч нужно выносить, он не вынесен, удар! Ух, какие рикошеты! И мяч в ворота заходит, Роберто Перейра! Вентус, потому что это Италия. Ну и, правда, в целом о работе Вальтера Мацари так не скажешь. Смотрим, что здесь было. Посмотрите, сколько, как в кегле просто мяч попадает, то в Бельерина, то в Кассельни. Лоран Кассельни неудачно выбивает мяч головой, и дальше рикошет одного другого защитника Арсенала. В общем, всех ставит в ступор, и Джака вот так